и ты уже будешь свое положение менять гораздо проще. Тебя прессовать никто не будет. Лёг, хоть раз выручить. Я Вот, видишь? Пешков Александр Васильевич, председатель городской федерации футбола. Ну и занимаюсь организацией проведения всех соревнований и по мини-футболу, и по большому футболу в городе Воронеже. Расскажите о сегодняшнем мероприятии, основные его цели, задачи. Значит, это традиционный приз открытия сезона по мини-футболу. Первый турнир, в котором начинается соревновательный очень большой процесс, очень много соревнований по мини-футболу. Сейчас в данной ситуации в призе открытия участвовал 14 команд из города и даже области, так как первенство у нас открытое. И уже завтра начинаются областные соревнования на призы памяти Сухомлинова, в которых принимает участие более 20 команд городских и областных. Ну и на протяжении полугода будет идти постоянно очень-очень много соревнований, начиная от детских и юношеских, и проект мини-футбол в школу очень большой, по 8 возрастным группам проводится, и соревнования среди взрослых, среди ветеранов, среди детей. То есть полугода у нас дети будут в зимний период, ну и весенний, осенний, играть именно вот в залах мини-футбола. На протяжении всего сезона наше общее дело очень-очень много помогает в любых вопросах, независимо, первенство ли города, городской или турнир, просто открывается футбольная площадка. Или проводится какое-то мероприятие, наше общее дело оказывает самые-самые большие нам помощь и поддержку. Это и призы, и участие в этих турнирах, если необходимо, поддержку. Под эгидой мы сейчас впервые проводим, у нас заканчивается 20 числа Кубок памяти Еременко. В принципе, весь этот турнир именно предложили и провели как раз наше общее дело «Единая Россия». Нужны, конечно, такие соревнования. Люди встречаются, общаются, играют вместе. Ну, конечно, нужны, я считаю.
спина. Здорово. И отрыв. Какой прекрасный кубок. Непобедимая команда Дон Подгорная. Команда создана только в этом году. Выступала она в чемпионате Воронежской области. И как... сразу же в этом же году заняла первое место. Мы чемпионы области по футболу.